Друзья мои, всем огромный привет! Мы в магазине Оби сейчас находимся. Я забежала посмотреть, что у нас уже к дачному сезону. В данном магазине мы находимся в городе Волжский. Это Волгоградская область. И давайте я вам покажу сейчас, что здесь, какой ассортимент присутствует на сегодняшний день. Сегодня у нас уже 29-е. Здесь вот так вот горшочки уже, парнички. Сейчас я пройду сюда. Так, грунт у нас 49 рублей, 6,5 литров. Здесь 13 литров, это 89 рублей. Сейчас пойдем в другой отдел. Уже где прям сад у нас. Посмотрим, что у нас там. Сейчас я сюда пройдусь. Что здесь у нас? 5 литров, 79 рублей. Вот такой вот грунт. Таблички. Ну, наподобие как вот в фикс-прайсе. Только здесь вот маркер. А в фикс-прайсе там карандашик. Также есть вот такие на завязочках. 10 штучек. По 49 рублей. Корзина для луковичных, 72 рубля. Так, ну, сейчас пойдем. 25 литров грунт 149 и 60 литров 289. Такая у нас Ганечкина. А, Ганечкина у нас, по-моему, так, 199 и добрый помощник 289. Ну что, пойдем дальше. Так, мешки для мусора. Такие мешки. Друзья, предлагаю вас не утомлять больше своими разговорами. Думаю, так все прекрасно видно, понятно. Я буду просто показывать, а вы отдыхайте и смотрите.
Розы в коробках, но их пока не очень много. Не стала про них подробно показывать и рассказывать. Друзья, хвойных хоть и не очень много, но я все же покажу, что здесь есть на сегодняшний день. Может быть, это какие-то остатки. Ну, давайте посмотрим. Удобрений очень много, думаю, что здесь ассортимент очень большой, и каждый для себя найдет именно то, что ему нужно. Thank you.
Друзья, очень крепкая опора, я попробовала. Очень будет хорошо для подвески гортензии, но не только. Размеры совершенно разные, от маленьких до самых больших. Так, друзья, здесь я увидела то, что как раз мне нужно для гортензии. Это не только для гортензии удобрение, но и для рододендронов, все, что любит кислую почву, ну, так сказать, под кислыми. Здесь 2,5 килограмма, и это очень мне показалась выгодная цена, 519 рублей. Удобрений очень много здесь и для сирени, и для розы. Найдется каждый то, что он ищет. Друзья, я прошла чуть-чуть дальше, увидела вот в такой коробочке удобрение пролонгированного действия. Это как в фикс-прайсе было, только там было универсальное. Здесь 1 килограмм, 269 рублей. Но мне показалось выгоднее все же тот пакет, это та же фирма, там 2,5 килограмма. Ну что, друзья, я не удержалась и взяла себе такой мешочек. Здесь 2,5 килограмма, думаю, мне хватит на все лето. А также удобрения для чеснока, лука, виноград, жимолость, а есть абсолютно все. На любой вкус, каждый найдет свое. Давайте еще немножечко с вами вот так вот пробежимся, посмотрим, что здесь еще есть. И на этом я буду сегодня заканчивать свое видео. Всем спасибо, что со мной, что подписываетесь, смотрите. Помешанные садоводы, огородники, любители цветов. Всем желаю удачных посадок. Надеюсь, нас этот год не подведет. Будет оно удачным. Во всех планах и в огороднических, в цветоводнических. Так что всем до свидания и до скорых встреч. Друзья, у нас рядом с обе поставили контейнеры для разделения отходов. Вот несу бумагу, буду сейчас давать. Контейнер для батареек находится в магазине Оби, также Лента. Я не знаю насчет Леруа Мерлен, но вот точно в Оби мы сейчас находимся. Это в городе Волжский. И вот у меня целый пакет здесь батареек, здесь и от телефонов, также здесь написано батарейки любого бренда, аккумулятор от сотовых телефонов. Стоит вот такой вот большой в виде батарейки.
не знаю, как ее назвать, большая урна. И вот как заходишь в обе, проходишь через турникеты и чуть-чуть правее. И вот здесь вот, может спросить, вам подскажет. Так что сейчас мы будем выкидывать сюда батарейки. Я так думаю, такие стоят в каждом большом супермаркете, в Оби и в других больших магазинах. Друзья, мы за экологию, мы собираем отходы, пиво везем на дачу, остальные бумагу мы сейчас принесли, рядом у нас стоят по разделению контейнеры отходов и вот батарейки. Надо начинать с чего-то, менять свой образ жизни.